Всем здорово! Приветствую вас на курсах английского языка и внутриигровых терминов имени мистер Коп. Ладно, это я все-таки сниму. Я хотел надеть хоть какие-то очки, чтобы казаться умнее, как преподаватель, но, увы, обычных очков у меня не оказалось, и в итоге в темных очках я выгляжу как дебил. Я даже пропишу ДНД. Итак, о чем сегодня пойдет речь? В моих последних комментариях, под моим последним видео, было слишком много всякого недовольства на тему «Илья, почему так много терминов? Илья, почему так много английских слов? Ни хрена не понятно». Именно поэтому в данном видео я решил попробовать новый небольшой формат. У меня, как говорится, есть где-то там валяется далеко, я не буду его искать, сертификат, по-моему, C1, что значит, что я типа могу быть преподавателем по английскому языку. Поэтому я попытаюсь скомпилировать все свои незначительные знания и попробую сделать небольшой экскурс по внутриигровым терминам и английским словам в игре Paths of Exile, если вы вдруг играете на русском языке. Я тут сделал даже небольшую табличку. Проверю я, насколько вам это нужно, насколько вам это интересно. Как говорится, кто не знает, узнает для тебя что-то новое. Кто знает, может, получит какой-то развлекательный контент. Посмотрим. Итак, как же это будет происходить? Я сначала, потом после видео посмотрю, сколько наберется тут лайков, сколько наберется просмотров, комментариев и так далее. И потом уже решу, стоит мне это делать дальше или все-таки не стоит. Итак, как же это будет происходить? У меня есть мое видео, у меня есть мой же комментарий, и я сейчас буду сидеть и разбирать, что же вдруг кому-то могло быть здесь непонятно. Итак, пара уточнений тут даже на русском. Итак, не Reforge Life, Reforge. Reforge, пишем, Reforge. Reforge. Это у нас с английского, не поверите. Reforge, Reforge. Перевод. Перевод. Перековка. Перековка. Я проебал букву К. Ёбаный в рот, какой же я инвалид. Перековка. Итак, что же это значит? Это значит крафт в Харвесте, который перековывает предмет. Например, рефоршерар айтем. Рар это редкий. Давайте я даже рарка. Рарка, рарка, рарка. Рар. Рар. Редкий. Редкий в скобочках желтый. Отлично. Расширим немножечко. Блять. Расширим. Все, отлично. Собственно, это с хаос-арбом крафты, где рефордж это перековка. Показываю наглядно процесс рефорджа. Раз, два. Доводим до желтого. На ваших глазах происходит рефордж. Идем дальше. Идем дальше. Если нет валюты, можно юзать. Юзать. Юзать тоже. Англицизм. Юзать. Юзать с древнетатарского пишется use. Use и переводится как использовать. Тут объяснять нечего. Use равно использовать. Юзать это use. Держу в курсе. Идем дальше. Стиджен под хантером. Хантер. 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 Хунтер. Хунтер. С английского. Хантер. Это у нас охотник. Охотник. В рамках поя зеленый токсичный. Урод. Еще немножко расширим эту вкладочку. Зеленый токсичный урод. Вот Хантер. Хантер это вот это вот. Зеленые шарики. Зеленые шарики. Вот Хантер. Хантер. Держу в курсе. Идем дальше. Стиджен. Стиджен. Это Стиджен Вайс. Стиген. Я не помню точно, как оно пишется. Сейчас, секунду. Похуй. Напишу так. Стиген. Вайс, по-моему, так. Или через W. А я ебал в рот. Я не помню, как оно пишется. У меня его нет. Да, у меня же его нет, правильно? А у меня, я не знаю, у меня 500 тысяч вкладок. И я нигде не вижу Стиджен Вайса.
Короче, похуй. Возможно, но как-то. А я что, я слабый. Я что, я куда-то спешу, что ли? Я могу зайти на трейд и написать. Вот, Stygian Vice. То есть я даже. Я правильно написал. Охренеть. Это у нас пояс с дыркой для джевела. Понимаете, вот этот вот. В скобочках из бездны. Я не знаю, как он... По-моему, он называется как-то какие-то там тиски. Я ебал в рот это переводить. Идем дальше. Идем дальше. Сразу уточняем слово джевел. Джевел. С английского джевел. Охренеть. Это ювелирное изделие. Он же... Блять, я даже не знаю, как это на русском будет. Ну, самоцвет, по-моему. Вот, джевел. Видите, кобальт джевел. Джевел. Самоцвет, самоцвет. В скобочках тыкается в дерево. Идем дальше. Разбираем дальше мой комментарий. Leather belt. Leather belt. Leather belt это почти как belt, belt, belt. Это от слова belt равно пояс. Я думаю, тут нет, не с дыркой, просто пояс. А leather... Блять, на русском leather. От слова leather. От слова leatherman. От слова leatherman. Это у нас, не поверите, кожа. Соответственно, leather кожа. Соответственно, leather belt. Это кожаный пояс. Невероятно, да? Кожаный пояс, кожаный пояс, кожаный пояс. Идем дальше. Под хантером. Это я уже уточнял. Самонов стоит. Самоны. Самоны. Они же. Самонс. Самон. По-моему, там оно не пишется с двумя. Похуй. Самон. Самон. Это призывать. Призывать. Соответственно, самоны это призванные существа. Потрясающе, да? Идем дальше. Идем дальше. В конце видео я что-то поплавился и случайно посмотрел не ту базу. База это base. А я даже напишу база. От слова base. Это изначальный предмет перед крафтом. Белая жижа. Идем дальше. Идем дальше. Blizzard корона. Blizzard корона. Blizzard. Blizzard. От слова Blizzard. Охренеть. Это у нас метель. Блять. Метель. В скобочках. Компания, которая высрала Cardstone. Да. Компания. Все правильно. Идем дальше. 5 экзов. Я на всякий случай, вдруг кто-то не знает. Экс. Экс. От слова Exalted Orb. Это у нас вышка, блядь. Вышка в скобочках. Сфера возвышения. Тире пушка. Понимаете? Идем дальше. Будет легкий плюс 10 и бегать watchstone'ами. Что такое watchstone? Watchstone. От английского watchstone. Смотрите, это вот такая вот штука в дереве, видите? Watchstone. Watchstone это камень. Камень в дерево. Камень в дерево. Камень в дерево. Подождите, скобку не там. Камень в дерево в скобочках. Разноцветные шарики. Отлично, продолжаем. На левел мобов все еще актуально. Левел. LVL. Левел. С украинского уровень. Идем дальше. Не хочу застрять. Рерол. Рерол. Вот тут был рефорж. Тут был рерол. Рерол. Реролл.
Перекрутить почти то же, что и рефордж. Но перекрутить. Идем дальше. Influence. Influence. Influence от английского influence. Переводится влияние. Соответственно, влияние, например, Хантера. Мы можем уже строить целые словосочетания. Хантер, influence, влияние охотника. Идем дальше. Two-toned booty. Two-toned booty. Two-toned. Two-toned. Это two-toned. Где two это два, а tone это как цвет. Я не помню, как они на русском, по-моему... Двуцветные. Ёб твою мать, что я написал? Двуцветные. Ёбаный. Двуцветные. Господи. Пойдет, пойдет. А, буты, буты. От слова boots. От слова boots. Переводится сапоги. Сапоги. Потрясающе. Идем дальше. А, для армора. Армор от английского армор переводится как блять, как переводится армор? Броня. Броня. Отлично. Идем дальше. Ювелирка. Ну, это я думаю, сами очевидно, ювелирные изделия. Кристальный пояс. Я даже тут написал на русском. Defense. 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 Это у нас. Блять. Ошибка. Defense. И тут defense. Да ебаный в рот. Defense. Это у нас переводится как защита. Идем дальше. Из баз что-то стоят только кластеры. Кластерные самоцветы, кластеры. Кластер. Я не знаю просто. Ладно. Кластер. Он же кластер. Это у нас самоцветы с нодами. Где нод? Нод. Это ноут. Ноут. По-моему, так оно пишется. Может, я дебил. Это... кружочки в дереве. Пойдет. Идем дальше. Watchstone вообще не обязательно. Profit. 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 Прибыль. Ебать. Идем дальше. Без вложений отлично фармить. Теперь идем к самому видео. Я его включу в скорости x2, чтобы оно было быстрее. И мы будем изучать все англицизмы прямо в видео. Всем здорово, привет, этот конечно не... Хотя давайте сразу. У нас maps есть, maps. Мапа. Мапа. Она же map. Что переводится как карта. То есть я карта, я карта. Profit я уже есть. Harvest. 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 На русском harvest. На английском harvest это жатва, сад, жатва в скобочках сад. Идем дальше. Ритуал, я думаю, ну то очевидно, что это ритуал. Нихао и все возможные приветствия на всех возможных языках мира. Хай! Сегодня у нас то самое невероятное видео по фарму на тему вот этой вот фигни, вот этой, которая у меня уже давно висит и на видосах, и на стриме. Еще можно ускорить. С которой можно получить примерно 1x прибыли за карту в среднем. Сегодня у меня варится мясо, пока я делаю видео, поэтому надо попытаться все сделать быстрее, чтобы оно не успело сгореть. Поэтому сначала будет оперативный байт, максимально оперативный, я просто вам скажу, что в описании есть ссылки. Байт. Что такое байт? Байт. Бите. От слова наживка. В скобочках развод на какие-либо действия. Идем дальше. Вы записываетесь на Discord, Twitch, YouTube, вот эту всю фигню, Instagram, если там есть более 4 человека и более информирован. Итак, переходим к самому способу фарма. Способ фарма называется «Я дебил, я фармлю 3.13». То есть у всех 3.14, у меня 3.13. Я снова живу в зоне Havoc Hamlet, снова качаю но... Havoc Hamlet.
Хайварк Хамлет. Чуть-чуть немножко расширим. Блять, чуть-чуть. Блять, ошибка. Ctrl-C, Ctrl-V. Просто Хамлет. Хамлет. Деревня. Хайварк. Жижа для обуза сада. Ладно, не жижа, пусть будет зона. Будет зона. Идем дальше. Зона. Продолжаем, продолжаем. Ноды на Harvest, но в этот раз тут еще и ноды на ритуал. И получаю очень приятную и хорошую прибыль. В чем заключается прибыль? У меня тут есть отдельный квад-тап, про который я сейчас буду рассказывать. Давайте сначала я... Квад-тап. Квад-тап. Что теперь? Блять. Ctrl-C, я не туда пишу. Блять. Это смерть. Квад-тап. Квад-тап, квад-тап. Четверная вкладка. Где? Вкладка из четырех маленьких вкладок. Все-таки большая. Тут видите, что пробежал 98 карт, за которые спавнится 23 Harvest, чтобы Harvest стал чаще, гораздо чаще спавнится. Действительно, в два раза, как говорили разработчики. 16 ритуалов, которые спавнится чуть пореже, что не мудрено. И 77 экзов профита. Я хочу сказать то, что профита больше 77 экзов, и там действительно где-то как раз 100 карт 100 экзов. Почему? Потому что я не записываю карты гвардов. Потому что мне просто лень этим заниматься. Гвард. Гвард это... Гвард. Гвард. Это... Как защитник. В скобочках. В данном случае вот эти вот четыре дебила, например, гвард Сируса, это один из этих четырех дебилов. Гвард Элдера, это один из этих четырех дебилов. Гвард Шейпера, один из этих четырех дебилов. Соответственно, один из четырех дебилов. Идем дальше. Падает очень много. Я не записываю вот эти вот всякие куски жижи с инвитейшн, которые я иногда пробегаю. Я не записываю то, что я... Invitation. Invite от слова invitation. Это у нас приглашение. Блять, какое нахуй приглушение? В скобочках обычно от mailon. Соответственно, это вот эта вот замечательная херня. Вот, Maven Invitation, видите? Maven Invitation. Идем дальше. Заполняю камом банки. А заполненная банка камом стоит 50 хаосов, а балков, балком еще дороже. А пустые... Кам. От слова кам. Переводится как части. Та через ща. Не через с и ч, а через ща. Все правильно. И банки, они там можно купить буквально по 35 хаосов, по 30. Соответственно, это тоже дает очень много прибыли, я это не записываю. Иногда я просто ролю во что на альтаме, чисто для этой зоны. Получается, прибыль не записываю. И... Хаус. Чаус. Видимо, так это читается, когда люди говорят хаус. Доктор. Вот. Кто не знает, вот, наглядно. Доктор хаус. Кто вот часто говорит хаус. Вот. Перевод. Может, кто-то не знал. Идем дальше. Очень много всяких вещей, а-ля бичевская currency, то есть я насобирал 100 генкаторов, это еще X, по-моему. Currency. Currency. Слово currency. Валюта. Идем дальше. Я насобирал кучу шардов X, которые тоже сконвертировались пару X. Я насобирал... Шардов. Шард. От слова шард. Шард. Что переводится как кусок, в скобочках осколок. Это вот жижа а-ля вон, шарды экзо. Просто кучу хаосов, насобирал дивайна быстро рандомного жижи, насобирал 1500 джерел рассорбов, 6-минутную шмотку, у меня было еще больше, то есть я это все не записывал. Соответственно, это не считается, я записывал все. Дивайн. Блять. Дивайн. Дивайн. Сфера для перерола. Характеристик предмета. Что такое перерол, было выше. Всякие дропы Сируса, я записывал всякие дропы и крафты, и дрожжи экзо и так далее. Итак, в чем, собственно, заключается профит с этой локации? Я фармлю две основные вещи. То есть упор фарма идет на Harvest и ритуал. У меня стоят 20... Harvest ритуалы уже переводил, 2-часовный тоже переводил. Ритуалов, то есть 8%, 8%, 8%, в сумме 20. Трибьют. Трибьют. Он же трибуте. Трибьют. Жижа для покупки штук в ритуале. Идем дальше.
4, если не изменяет мои математические способности, и стоит вычислом на 4 ритуала. Плюс в центре атласа я качал замечательный нот на 20% вычислом модифайер, соответственно, 4 ритуала превращается в 5, потому что 25% это 1 четвертая, 4 разделить на 4 это 1, 4 плюс 1, 5, подписывайся на канал, невероятная математика. Вот, соответственно, ритуалов 7 на 5, и при этом я получаю дебют с 24% разделить на 4, это будет 6, 30, на 30% больше дебюта, на 30% больше дебюта, что в принципе больше даже приятно. Зачем нам столько дебюта и столько ритуалов, потому что у нас есть вот этот мод, который позволяет реролить 2 дополнительных раза. Соответственно, каждый рол стоит по 2000, почему я, кстати, не беру вычисленный на рол, потому что идут больше процентов, да, но по факту ты тратишь только 6 тысяч на рол, не больше. При этом нужно тратить на закупку и так далее. В среднем получаешь больше 10 тысяч, а для того, чтобы они были лучше, они должны брать 2 раза больше процентов, они идут, по-моему, 10. То есть, тут ничего нового, они держу в курсе. Дальше, если вы не хотите бегать в ритуал, я бегаю в ритуал, потому что максимально реролить, по факту я думаю, что дополнительный аукам для семечек, то есть, сейчас, секунду, я открою, я сейчас забыл открыть видос. Есть такой стат, additional, блядь, как оно там? Additional. Additional, это у нас. Additional вроде так пишется, я не помню, с двумя D или нет, похуй. Additional, это у нас дополнительный. Harvest, вот. Вот, вот, crafting option. Craft option. Crafting option. Дополнительный, блять, как это сказать нормально русским словом, чтоб мне не говорили, чтоб не говорить опция. Дополнительный вариант крафта. Где крафт? Да ты кто? От слова крафт. Это создание в скобочках ремесло. Идем дальше. Сколько стоит в Хамлете? Я их продавал просто потому, что я хотел пофармить ритуал. Оно все ролится на платиновом. И то есть вот они тир 1 там стоят по, я думаю, ну это топ-ролл, это топ-ролл. Два экза, так они там, я думаю, по экзу стоят. Но опять же, почтовые вообще не обязательные, их можно... Топ-ролл. Топ-ролл. Видимо, придется расширять чуть-чуть. Похуй. Топ-ролл. У меня почему-то уже не болт. Болт. Топ-ролл. С английского топ ролл. Лучшее значение. Смотрите, вот, например, у меня есть нагрудник. Energy Shield. Это энергощит. Я думаю, интуитивно понятно. Энергощит 150 из 150. Соответственно, он ролится между 100 и 150. Соответственно, 150 это топ ролл. Соответственно, максимальный. Держу в курсе. Идем дальше. Потом уже докупить, докрафтить, они очень дешевые. Поэтому я бы бегал и без них. Просто вместо там нескольких реролов в ритуале я бы там один-два делал по дефолту, потому что это совершенно уже по-другому. Либо же, когда можно поставить просто 5 ритуалов, это тоже дофига дополнительного трибюта, и взять остальные 3 на харвест, чтобы было больше крафтов. Итак, в чем суть? С ритуала я получаю постоянно, во-первых, возможность заполнить банки. Как я говорил, разность между цены заполненной банки и незаполненной банки почти в полтора раза. Соответственно, вы можете закупить кучу банок, либо найти их на ритуалах, я в этих банках не покупал, я нашел прямо ритуалах, не было сладу закупать, вы можете даже просто все их брать себе. И, соответственно, носить с собой несколько банок, то есть ритуалы обычные, стоит 30 хаусов, 32, а Blackfield стоит по 50. Причем это у людей на 1-2-3 штуки, а если вы хотите захотите брать 50 штук, поверьте, вам переплатят за них в полтора раза минимум, потому что bulk price свой, это наше все. Ни один человек, который хочет выфармить, не ролся. Bulk price. Bulk. В кубочках price. Блять. Похуй. Это у нас куча, в скобочках, цена равно оптовая, оптовая цена. То есть, соответственно, опт, кто не знает, это когда вам продают чего-то много. Или вы покупаете чего-то много. Идем дальше. Этого ритуала не будет закупать 500 банок по одной штуке. Будем честными. Ну, я таким конченым был в ритуал-риге, но я вообще больной на голову, это не считается. Вот. Это первый способ заработка. Второй. С ритуалов очень часто, учитывая, сколько мы можем реролить, и учитывая то, что у нас есть доп. Шанс на хардбасные ритуалы в случае наград новых классных, приятных. Тогда, мы получаем экзалтики. То есть я за все время, то есть за эти слова, я выбил примерно 6 слабых экзалтиков, выбил очень много банок, как вы видите, у меня в холочке не лежат, плюс помимо банок, помимо экзов, я еще выбил ВВФ 20-23, он у меня в основном был, где он уже пару экзов, и плюс там куча всяких дополнительных вещей, на карты игроков, так далее, ситуация сидит более-менее хорошо, даже лучше, чем в прошлой лиге, потому что вы можете реролить. Это первое. Второе, на этом просто ситуация заканчивается и начинается основная канитель с харвестом. Сейчас харвест в плане крафта достаточно жирный, то есть вы заходите, видите там миллионы форжи и так далее. Я за 100 карт нашел 4 крафта, которые я продал. Жижа. От слова джиджа. Мусор. Идем дальше. 4 где-то. 3-4, я не помню. В сумме я продал крафтов на 20 экзов, то есть даже 4 крафта, это было больше 20 экзов. Потому что сейчас такие цены, потому что ничего не профит. Это первое. Но при этом основной профит я как раз получил с рефорджей. Чтобы получать профит с рефорджей, у вас должен быть дополнительный комплект. Дополнительный комплект полный жижа. То есть вы выделяете какую-то одну вкладочку, не знаю, квадрат, можете маленькую, маленькую вылезать. И у вас должны быть вещи под каждый рефордж. Я еще модернизирую, но у меня на данный момент выглядит так. Вот рефордж лайтнинга, у меня кластер 68-7. Давайте я сразу напишу. Лигтнинг.
это у нас, блять, Ctrl-C, Ctrl-V, Lightning, это у нас молния, колда, в скобочках cold, это у нас cold, это холодно, тут у нас будет огонь, и тут у нас будет, у нас там cold, молния, холод, миньоны, ну миньоны были выше, миньонов я говорил до этого, где огонь это fire, fire, идем дальше. 74 item level. Объясняю, почему 68-74. Item level. Item. Блять. Item level. Item level. Что переводится как уровень предмета. Это вот эта вот херня. В самом верху item level, который влияет на то, как у вас, какие статы могут зароллиться на предмете. Соответственно, если у вас там левел 86, на нем может вообще зароллиться что угодно. Идем дальше. Заходим на небезызвестный сайт. Craft of Exile. У меня здесь гайд по этому сайту. Мы заходим в Cluster Javelin. В наш Cluster Javelin. И, допустим, вот у нас Lightning Damage. Где он? Ну, давайте в Cold Damage зайдем. Cold Damage. Тут и ничего не будет интересно. Exposure, то есть на большинстве джевелов с как раз 74-75 левела. Тут это я переводить заебусь, я это не буду делать. Единственное, что damage это... Нет, дамаги. Скажите, дамаги. Это у нас damage. Он же урон. И состояние. Это у нас ailment. Ailment. Соответственно, ailment это состояние. Damage урон. Non-damaging ailments это состояние, не наносящее урон. Идем дальше. Начинает пробовать всякая жижа. То есть, допустим, там какие-то дополнительные пассивки стоят очень дорого. То есть, там буквально 5 Craft of Exile, Offhand, Uver. Вот, смотрите. Пассивка. Пассивка. От слова passive. Passive. То есть, Андрей... Блядь, нет, не Андрей, подождите. Passive это у нас... пассивная способность. Например, вы берете просто вот пассивка. Вот пассивка. Она пассивно вам дает урон. Это пассивка. Идем дальше. И под хантером на колчане есть такая замечательная штука. Вот Fire Damage Over Time Multiplier with Attack Skills. А это хорошо для чего? Правильно. Для Burning Arrow, который достаточно сейчас. Damage Over Time. Постепенный урон. Damage Over Time. Постепенный урон. Сдвинем. Блять, я что, дебил? Damage over time. Постепенный урон. Охренеть. Сейчас метит, если мы зайдем, это не то. Если мы зайдем на поинт ниже, там типа там 10 хп, это можно. Ладно, на самом деле, тут будет слишком много всяких терминов, и объективно тут можно будет за один видос найти минимум 100. Скорее всего. Но я думаю, вот 50 для начала это идеально хватит. Поэтому пока что я это закончу. Мне просто интересно, какая будет реакция на данное видео. Может, меня нахер кто-то пошлет. Может, скажут, давай делай еще. Может, мне скажут, ай, или еще что-то. Так или иначе, спасибо всем большое за просмотр. Надеюсь, вам это было интересно и полезно. Очень надеюсь, что люди, которые пишут, сука, ничего не понятно на английском, может быть, им станет чуть-чуть полегче. Всем большое спасибо, всем до свидания и пока.